Напомню, уже второй фаворит конкурса по отбору мэра сходит с дистанции, причем с одинаковой формулировкой по состоянию здоровья. При этом ни Куприянов, ни Гребенщиков, ранее госпитализированные с гипертоническим кризом, своих ответственных постов в правительстве не оставляют. А полномочия нынешнего мэра Омска Вячеслава Двораковского заканчиваются 11 июля. Если депутаты не изберут нового главу муниципалитета до этой даты, временно эту должность сможет занять нынешний заместитель градоначальника Сергей Фролов. Готовы ли вы? Да. Не переживайте. Все будет хорошо. Желательно, как бы скажу, достаточно спокойно. Такой вариант возможен. Это с моим приходом в городе начали делать РСО. Как бы нравится кому-то или нет, но это правда.